Позвонили Сереже, моему менеджеру, и сказали, что вот есть такое предложение сняться в фильме, как ты на это смотришь. Так как я не состоявшийся актер, я хотел поступать в театральный, но, увы, пошел по стопам спорта. Сейчас у меня появилась возможность сняться в фильме, и я с удовольствием согласился. Не знаю, вы знаете, очень тяжелая работа. Я сейчас нахожусь на съемках, и очень тяжелая работа актеров. Смотри. То, что они делают, да, люди уже видят готовую картину, а я вижу сейчас, когда эту картину делают. Не знаю, приходите, потому что в этом кино буду сниматься, буду я. Мне кажется, вообще, если будет всего украинского больше, то это уже будет очень хорошо. А то мы что-то смотрим куда-то постоянно, что-то чужое берем и думаем, что это круто. Нифига это не круто. Свое – это круто, а чужое – это неплохо.